Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 8 на странице 46 учебника математики для 2 класса автора Трофеева. Сможет ли ты нарисовать каждую из этих фигур, не отрывая карандаша от листа бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды? Итак, давайте попробуем нарисовать звезду. Начинаем вот отсюда мы. Поставим здесь точку. Так, сначала мы ведем линию вверх. Затем спускаемся вниз. Затем опять ведем вверх. Вправо. И вниз. Возвращаемся к той точке, откуда мы начали. Теперь давайте посмотрим на второй рисунок. Здесь мы начнем вот с этой точки. И сначала мы будем тоже спускаться. Сначала спускаемся вниз. Затем поднимаемся вверх. Но не до конца. Обводим вот этот вот овал. Спустились вниз. Поднимаемся вверх. Возвращаемся к той точке, откуда мы начали. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.